Внимание! 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 Уже середина, скоро осени на календаре. Ослабленные организмы, понижается иммунитет. Что мы, Митя, делаем, когда у нас ослабленный организм? Не мы друг с другом, а вообще, что мы делаем? Отвечать мне? Да, Мить, у тебя работает микрофон, мы за него, платим. Помогаем организму таблеточками. Не ожидал я такого ответа. Но это ты, Мить, помогаешь таблеточками. А я тебе говорю про физические упражнения. А и даже физические упражнения можно делать, когда вы смотрите нашу передачу, в нашей рубрике «Зарядка на ночь». Мы хотим представить вам новый вид зарядки. Послушайте, как он называется. Антигравити. У нас сегодня представители программы «Антигравити» в России и мастер-тренеры по этому виду фитнеса Петр, Есения и Виктория. Пожалуйста. Давайте, пожалуйста, поаплодируем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здрасте, Петр. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Спасибо огромное. Здрасте, девушки. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, Петр, в чем смысл? Вот объясните, в чем смысл вот, Силан, вот того, что вы делаете? Да, отдышитесь, пожалуйста. Я в первой жизни почувствовал, что чувствует Пинк, когда она делает интеграцию во время концертов, только она еще и поет в это время. Я, если честно, понять не имею, о чем вы говорите сейчас, Петр. По сценарию вы должны были ответить Пинк на мой вопрос. Пинк это розовый. Пинк это певица, вы имеете в виду, точно. Да? Хорошо, вы отдышитесь, тогда скажите, пожалуйста, тем более, что кроме того, что у вас отдышка, чему помогает этот прибор? Иван, если заниматься антигравити, да, то вы будете выносливый, да, сильный, ну, ловкий. Ну, к примеру. Немножко станете выше. Выше, да, допустим. Потому что у нас есть декомпрессионные повороты, как, перевороты, когда мы висим вниз головой. Кто это изобрел вообще? Кто? У меня ощущение, что это человек, знаете, вот увидел, как кот запутался в занавеске и придумал. Объясните, пожалуйста, кто это изобрел? В общем, мы тоже так думаем, но нет. Его зовут Кристофер Харрисон. Это бродвейский актер, танцор. Угу. У него своя шоу-группа, которая выступает тоже. В общем, вы видите, что в гамаке много акробатики, трюков. Мы используем упражнения с йоги. Я только сейчас понял, что это гамак. То есть это как бы это широкая ткань, да? Да. Все, спасибо. Я вас не вижу, Петр. Вернитесь. Вот. Скажите, пожалуйста, Петр. Хорошо. Ну, к примеру, вот все, что вы... Чему это помогает, вы сказали. Ну, а почему нельзя пойти просто банально, нормально, в качалку, надеть узкие плавочки, обмазаться маслом и, как говорится, показать грудину? Зачем вот нужно вот именно этим заниматься? И можно этим заниматься дома, например? Ведь у всех, у кого есть дома пододеяльник и люстра, в принципе, могут это делать дома. Я правильно понимаю? Ну, зачем принципе, тогда, почему? Да. Зачем нужны вы профессионалы? Зачем? Я думаю, что если гамак будет дома, у нас есть упражнения, которые можно выполнять вдвоем в гамаке, ну, тогда мы должны участвовать в программе увеличения рождаемости. Ну, я в какой-то степени в ней участвую. Пока пассивно. Скажите, дома так, мы не рекомендуем заниматься, дома да, потому что страховать вы видите, тренер должен быть. Да, во-первых, нужно очень правильно входить в гамак, выходить. Вот у нас есть сертифицированный, это сертифицированный я всегда, тренер. Всегда говорил это дедушке. Это важный момент, нужно всегда понимать. Да, скажите мне, пожалуйста, давайте так, начнем. Вот покажите мне, ну, самые простые вещи, азы. Ладно, с чего начать? Вот, предположим, я впервые пришел. Покажите только ну, вы. Подождите, вот самое простое. Визиткой антигравити является декомпрессионный переворот, когда мы опускаемся вниз. Делается он просто. Вариантов как бы много на самом деле. Да. Мы опускаемся вниз. Да. И в таком положении мы расслабляемся. Ну, как вы понимаете, что
гравитация действует сейчас, растягивая меня. Угу. И это очень позитивный эффект, потому что мы увеличиваем... Я хочу сказать, что и наблюдать за этим тоже позитивно. Вы не могли бы вернуться, Петр? Возвращайтесь. Петр, возвращайтесь. Скажите мне, а хорошо, а какие еще? Я вот так понимаю, что названия есть какие-то у разных элементов, да? Ну да. Ну, покажи, что-нибудь еще. Иван, хотите попробовать? У меня есть любимое упражнение моей бабушки. Шерон Стоун называется. Шерон Стоун. Покажите. Покажите, как оно выглядит. Значит, Иван, если вы планируете его делать, то без стула там не обошлось, правильно? Так, сначала поза, стул. Да, стула, да. Здесь нужно очень крепко взять гамак. Да. Скрестить ноги. Да. Ну и поехали. Все, я понял. Это упражнение укрепляет мышцы живота. Очень... Я прошу прощения, я с вашим... Нет, я не... Вы знаете, вы в удобной одежде, у меня узкие брюки. Может, упражнение Шерон Стоун превратится в упражнение Майкл Дуглас, я боюсь. Скажите, хорошо, а самое... Давайте так, самое... есть что-то самое сложное? Вот вы сверхпрофессионал. Вообще мы используем все упражнения, которые доступны для большинства людей, у которых есть руки, ноги и так далее. Но для вас подготовили одно, из которого трудно выбраться. А Митю мы позовем. Митечка, иди сюда к нам. Ну, понятно. Митюш, давай. Самое посмотрим. Я напоминаю, это антигравити. В общем-то, да. Это... Так сложно, это Митя. Митю не жалко. Мить, ты очень спортивный человек. Давай называть его своими именами. Мить, ты не мог, что я всего на 10 лет тебя младше. Мить, мы не говорим такие вещи. У нас, у нас только ниже, выше, все. Петр, где вы? Я буду показывать. А вы будете показывать, а Витя будет повторять. Да. Давайте, хорошо. Да. Ну, для того, чтобы мы оказались там лицом, нам нужно повернуться спиной. Извините, поворачивайтесь. Извините, спиной. Пожалуйста. Да. Делайте все в точности, как я. Ага. Средний прямой хват. Прямой хват. Заходим в гамак. Опа, это может зайди быть, в гамак. Как это можно может быть сложно. Витя, я могу быть твоим тренером. Зайди в гамак. Хорошо, так, далее. Так, теперь вот здесь, вот такой хват. Ага. Миска, ты любишь и ногой эти толкаем себя, поднимаемся. Опа! Да. Напоминает 50 оттенков серого. Мне нравится. Гамак от себя, колени. Внимание. Колени в сторону и опускаемся вниз. Чтоб ты особо... Вот я помогаю тебе. А мне качаться нравится. Нет, подожди, все. Мить, как ты себя чувствуешь? Подтянуто, да? Так, что дальше? Мить, даже перехватываем гамак внизу и делаем... И... Опа! Ну что, дорогие друзья, Петр, я правильно понимаю, что из этого положения невозможно выбраться самому? Бесплатно нет. Не волнуйся. Ну хорошо, друзья, заканчиваем нашу передачу. Это все занимает антигравитацией.